Жители Донецкой Народной Республики продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем освобождения Донбасса. 9 августа во Дворце культуры имени Франко для наших героев был организован большой праздник. Ветеранов ожидали угощения, задорные концертные номера и, конечно же, отличное настроение. Обзвонили, пригласили, они с удовольствием откликнулись и пришли сегодня на этот вечер. И мы их поздравляем, и просто встреча, просто поговорить по душам, просто встретиться, попеть, потанцевать, повеселиться, расслабиться. Чего бы хотелось пожелать нашим ветеранам? Ну, конечно, мирного неба. Это перво-наперво мирного неба, потому что они так много пережили. И не думали, и не гадали, что на старости лет они опять это будут переживать. Когда освободили наш Донбасс, и через военкомат меня сразу забрали. Я была санинструктором батареи. У нас 76 батареи были на прямой наводке на танк. Очень много, конечно, полегло ребят молодых. В то время все ребята были молодые, 20-21, вот такие годы. Отсюда с Донбасса и дошли почти до Берлина. Так. Творческие коллективы города Донецка выступили на сцене по инициативе администрации Дворца культуры, а также при поддержке клуба «Ветеран». Девчонки, знаете, какой праздник сегодня? Сегодня день освобождения Донбасса. Почему мы сегодня вот поздравляем наших дорогих ветеранов? Потому что мирное небо над головой, потому что мы их сильно очень любим. Здоровья, счастья, и чтобы всегда их поздравляли в этот праздник. И даже 10 сентября мероприятия в Донецке не прекращались. В лекционном зале библиотеки имени Крупской состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие получило название «С верой в сердце служить Отечеству». Перед вами тот ветеран, которому война досталась с первого дня и до последнего. И теперь некоторые заумные руководители иногда говорят, что такие, как я, выжили, потому что прокантовались. Да, 1400 дней мы действительно кантовались. Но мы побеждали, мы и отступали, и все тяжести военные переживали. Но у каждого из нас есть памятные события войны. В этот день наши герои вспоминали ту страшную войну, события, которые с ними случались на фронте, и незабываемый День Победы. Только они, живые свидетели истории нашего края, могут рассказать нам о том, сколько пришлось преодолеть нашему народу ради долгожданного мира. Мероприятие было организовано по инициативе клуба творческой интеллигенции «Светоч» при поддержке депутата Народного совета ДНР Виктора Нейера. Ветеранам я хочу пожелать здоровья, и пусть они живут как можно дольше, чтобы было кому рассказать о том, что это живые свидетели тех страшных лет, действительно страшных. Вот. И они как живое напоминание о той войне.
Также при содействии благотворительного фонда «Новороссия» Екатерины Губаревой после мероприятия ветеранам были вручены продовольственные наборы. Маргарита Миронюк, Виталий Чех, Дмитрий Русский. Специально для «Новороссия ТВ».